Ну, все. Ни Геры, ни химии, ни потов, ни перфокарты, ничего нет. Шмот нахила половину, нормально. Так мы и проходим башню магов в 2023 году. Вот тебе глазик с интой, вот тебе скорлупа, вот тебе белый экран ослепить тебя, вот тебе колечко, загрузка миллион лет. Так, кольцо, кольцо, ступни, ноги, пояс, перчатки, щиточек с сокетами на инту, мечик, запястье, нагрудник, плащ 79-го итем левела, а не 120-го. Ну, хорош. Плечи, аркан стихий с кайфовыми актуальными камнями. Пойду в рейд с таким арканом стихий. И шапка. Вот. Трехсокетная шапка. Это очень жестко. Ну и талантики. Там за вебки, да, наверное, не видно. Сейчас охну. И рамку, да, наверное, охнуть надо тоже. Во. Шапка-ушанка. Примерно, да. Сколько ушло попыток? 11. Ну, не так много. Могло быть быстрее, если бы не отвлекался условно. Так, а что там насчет развернутого урона, кстати? Давай посмотрим. Щиток правосудия, око, молот, щит, каратель, молот, освещение, луч. Ну, тринкет этот. Мало, кстати, надамагал. Реально. Тринкет с низендры что-то тоже маловато как-то. Печать воина света это вообще что? Автоатаки бьют. Ну, первая фаза ДПС 2500, вторая 2100.